сердечными, оперными ушлениями в этой памяти. Его наиболее известные оперы «Тоска», «Богема», «Туандот». Но в последний период своего творчества он пишет знаменитый оперный триптих, где оперы все одновременно, сюжетно не взаимосвязаны. Сестра Анжелика, Лащ, Джанис Гиги. Последнюю принято называть скерцовым финалом триады, так как здесь композитор возродит традиции старой итальянской оперы. Сюжет этого произведения использует, описываются события, реально произошедшие в жизни. Действие происходит в 13 веке во Флоренции. Умирает богатый семья и вокруг. Simone, Natalia, Santa Maria, Cristo.
чрезвычайно талантливых представителей французской музыкальной культуры. Удивительный случай, но Массе стал студентом Парижской консерватории в 9 лет. Он был ярким театральным композитором, написавшим прекрасные оперы, сочиненные так же, как и многих его современников в жанре французской лирической оперы. Самый известный – Манон и Верни. Он, как и Гунон и Безе, был римским стипендиатом Парижской консерватории. Большая дружба его связывала с Жоржем Безе. Вместе они участвовали во франко-прусской войне. Во всем мире известно произведение, которое сегодня прозвучит. Это его знаменитая «Илея». Она написана к музыке, к античной поэме «Леконта де Лиге». Произведение имеет множество транскрипций, часто исполняется для виолончели и фортепиано. Но сегодня оно прозвучит по оригинале как вокальное произведение. Итак, Жюль Массе и Легия, а я приглашаю. Энрика де Куртиса и песня Сальватора
картину Катарина.